приготовьтесь к следующему упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч, руки в стороны, начали! Раз, два, раз, два. Не снижайте темп! Так, так, хорошо, хорошо! Раз, два, раз, два, раз, два. Ритмичнее, ритмичнее! И поэнергичнее! Передаем объявление. Наши юбиляры. Поздравляем с 50-летием комбайнера Назара Григорьевича Криводуба и шофера Олеси Чума с 18-летием. Правление колхоза, партийной и комсомольской организации желает вам доброго здоровья, личного счастья и больших трудовых успехов. Пойдем, помоги мне. Поздравили меня. А вот как сяду за руль, только и слышу. Лейся на ток, лейся на ферму. А в дальний рейс Мирон Григорьевич не пускает. Не девичье дело машину гонять. Чего ты за эту баранку уцепилась? Ты бы он лучше в техникум шла. Ну опять ты свой техникум. Я же не хуже ребят машину вожу. Мам, ну попроси Мирона Григорьевича, пусть разрешит зерно возить, а. Ладно, Лесенька, давай помоги мне. Вон компот вынеси в погреб. Видишь, доченька, некогда мне. Мам, ну попроси, а. Да попрошу, попрошу, ступай, помоги мне. Тьфу ты, напугал ты меня как. Здравствуй, Павел. Проходи, да. Садись. Ничего. Ай-яй-яй, ты подумай. А ни один Олеськин жених не догадался, а? Так это не ей. Тебе цветы. А мне с какой стати? То есть как? С какой? Позапрошлом годе, когда я к тебе сватался, ты что сказала? Исполнится Олесе 18, распишемся. Забыла, что ли? Почему забыла? Так в чем же дело? Ты смотри, Адарка, а то я ведь утоплюсь. Ой. Мне недолго. А кто ж тогда людям заборы и крыши будет чинить, а? Ты не шути. И вообще я тебя не пойму. Чего ты хочешь? Мужик я справный, при должности, зарплата у меня устойчивая. Вот ты. С утра уже причастился. Вчерашнее. Ворвали шифер привез. Ой, погубит тебя к черту эта горилка. Вот спасай, чтоб не сгубила на корню. Ну и Богу, рассуждаешь ты, Павел, как ребенок. Олеське 18, девчонка на выдане. Ну как же можно? Вот найдет себе пару, сыграем свадьбу, там и видно будет. Тоже мне проблема.
было бы от чего переживать. Вон, смотри, это чем не жених? Как его? Иван, пойди сюда! Да ты что? Ну, с ума сошел, что ли? А чего? Чего? Тоже жениха нашел. Одногодки они. К тому же уезжает он куда-то. В мореходку, что ли, учиться. Не подходит, значит? Ладно. Молодость ко мне тулилась, а замуж за Андрея вышла. Я твоей похороной все глаза выплакала. Ты ее видел? Молодость-то. Лесь, может, придешь вечером, а? Может, и приду. Поздравляю тебя. Спасибо, Павел Игнатьевич. Иван. Что? Сколько у мореходки учится? 4 года. Вот те раз. А это что такое? А ну, брось сейчас же. И чтобы я этого больше не видела. Председатель, что же делать, а? Исчезнь. С днем рождения, Олеся. Спасибо, Мирон Григорьевич. Ты своего Ивана не видела? Нет, а что? Как что, ремонтных работ по горло. А он шляется где-то. Ой, вы знаете, а он, наверное, спортплощадку бульдозером равняет. Ха, бульдозером. А он его отремонтировал? А разве нет? Ну, конечно, нет. Вызвала бы ты его на комсомольское бюро, что ли? Хорошо, Мирон Григорьевич, мы ему такого прочухана зададим, что... Ну, я на тебя надеюсь. Угу. А ежели этот лоботряс и тебя не послушает, то я сам с него стружку сниму. А я не виноват, что ли? Времени же у меня не хватает. Ах, у тебя времени не хватает. А возле моих ворот стоять у тебя время есть. Леся, ну ты же понимаешь, а? Я все понимаю. С сегодняшнего дня у тебя будет много свободного времени. Это сельва. Душок уловила. Ничего. Ничего. Мы этот дух в пятки загоним. Послушай, Мирон, ты почему мою Олеську за село не выпускаешь? Украдут же девчонку. Сама знаешь, какая шиферня в соседних колхозах. Ничего с ней не случится. Ну хорошо, ты куда? Я на ферму. Ну садись, подвезу, а то жена давно за чуб не таскала. Значит, не за что? Теперь будет за что. О, что? Вестей жди. Только не гони. Ладно. Ишь ты. Ну, погоди. Ой, заморочил ты мне голову. От баловень, а? Ну. Ну, отпусти. Ну, кому я сказала отпусти? Слышь,
Полежи. Я бутылочку принесу. Мирон Григорьевич, а ну, выйди для разговора. А ты что там делаешь? Фому колдовщика ищу. Кого? Ну, за доска. Теперь старые рамы можешь на дрова пускать. Ну, спасибо тебе, Павло. А то я, как увидела у Фроськи твои двери, аж заплакала. И думаю, мы же с тобой соседи, а рамы моей хате никуда не годятся. А у нее ж ты новые двери поставил. Спасибо. Вот, возьми за работу. Не смеши меня, забери. Ты же 3 дня рубанка из рук не выпускал. А ты что думаешь, я пришел к тебе деньги зарабатывать? Ой, можно подумать, что ты за мои очи так старался. Точно. Заик. Так ломай свой плетень, и будет у нас одно подборье. А лишнюю хату продадим, а то Дарка повесится. Это надо разжевать. Ну, пошли. Я вареников наварила, и холодец на столе. И к холодцу кое-что найдем. Не хочу я. Что? Я все равно тебя так не отпущу. А что про меня люди скажут? Да не хочу я есть. Ой, не бреши. Такие здоровые мужики, как ты, всегда есть хотят. Ты на добрые обычаи не замахивайся. Не ты их придумал, и не тебе их ломать. Что, и хуже других? Твои обычаи меня до инфаркта доведут. А, и прием живут. Будь за хозяина, наливай. И я с тобой пригублю, а то уж совсем забыла, как она пахнет. Да что ей говорить, хозяйка ты что надо. А ты думаешь, что только одна Дарка хозяйка? Приворожила она тебя с молоду, сама ни гами другому не дам. Не болтай, невестой она моей была. Все мы были чьими-то невестами. Твое здоровье. Ой, и здоровье. И все при мне, кроме Платона. Это ты по лености. Никого не присушила. Ой, Господи, огня нет, чтоб греть. А кого я могу привести в эту хату? Тут во всем для меня Платон живет. Вот груша, еще перед войной посадил. Ворота, сруб колодца, везде он. А ты говоришь, сжечь старые рамы. Да я их на чердак спрячу. Они ведь тоже его. День добрый. Здорово. Дед Максим, садитесь с нами. Спасибечко, спасибечко. Не имею сил отказаться от такой божеской благодати. Метку передала тебе моя старушка. Зачем? От кашля, то от курева. Павло Гнатович, поставь мне печь, а то моя ельдоха загрызла меня. Так у вас же газовая плита. Там все есть. И плита, и духовка, только у нее пампушки на газу не получается. Подавай ей печь, да еще из кирпича. Не пью я. Да ты посмотри, какая у меня водка. Москва на ней нарисована. Ну, кто же не выпьет за такую столицу? Ну, хоть немножко. Да не пью я больше. Все, баста. А где Стручок? Обещал здесь быть, и до сих пор нет. А я вот такого сазана зажарил. Где-нибудь трудится. Люба, Литочку, настанут люди холода. О,
сыплется их листячку. Вань, миленький, ну пойди, пойди глянь на мою машину. Что сейчас? Понимаешь, Мирон Григорьевич, ну он разрешил мне завтра зерно возить на элеватор. Ну, Ванюш. Да ты что, в такую темень? Ладно, лутаю. Ты мне объясни географически. Ну? Что ближе, Европа от этой Азии или совсем наоборот? Это с какого бока смотреть? Мы, Европа. Мы, Европа. А тогда чего ж моя Евдоха называет меня азиатским архаром? Архар – это козел. Выходит, я козел. С какого бога смотреть? А ну, отойди, сейчас я ее... Утопися! Утопися! Ира, а чего голову ломать? Сама приплывет. А ну, крути! Медоносец. Сейчас заслон подымем, она с водой и выплывет. Твоей голубе, Павел, любой министр позавидует. А ты как думал? Давай, вращай, вращай, дед. Видал? Нырнула. А на лугу выплыви электроника. Ну, министр. Плывет, родная. Ну-ка, держи меня. Ты за руку придерживай. Ну, чего ты за штаны цепился? Отпусти немножко. Отпусти! Отпусти же! Осторожно, Павел! Осторожно! Осторожно! Ты что делаешь-то? Чтоб не провалился за своей шляпкой, архар! Сам же просил, сам! Павел, Павел, идем ко мне сушиться. Там у меня бутылочка есть. Господи, где же пруд-то? Как самочувствие, дядька Павло? Как будто и спать не ложились. И кто вас так рано будет? Павел, иди-ка сюда. Некогда. Профилактику у меня. Твой. Эй, ну и ну. Если за посудой, значит, на речке. Павел, захвати помидоры. Эй, холера вам в бок. Поносила ж меня по свету. На юге был, на востоке был. Волга, Тыльна, Сибирь. Чего это тебе так мотало? Профессия такая. Кладовщик. Но нигде не ел и таких шашлыков, какие готовил Гога Магарадзе. Пожил я на Кавказе. Чебуреки, мукузане. Виноград ногами топтал. Как они? Ну, зачем же ты такое добро со зря переводил? Темнота. Ну, дед, на это же дело. Да, а ты какую записку повесил на складе? Поехал на мусозавод за флягами. Подожди, а вчера какую вешал? Вчера, Юшку варили на затоне, значит, было
Так закрыт, я на элеваторе. Да, надо менять пароли. Иначе погорим. Привет, работнички. Ты чего опаздываешь-то? Помидор привез. Забыл. Садись. Штрафуем тебя на две чарки. Хоть на все. Не пью я, баста. Да ты что, занюдюжил? Да нет, это от Дарка, отшептала его от горилки. А одеколоном до сих пор пахнет. Видел я, как он вчера до ее хаты цветы привозил. Да нет, он к ней по делу, как все направления. Ну чего? Чего зубы скалите? По делу. Больше я вам не компания. На, трутни. На, на. Стручок, а ну наклонись, наклонись. Чё? С завтрашнего дня с дедом Максимом будете ведрами пруд заполнять. Мелиораторы. Да, ты знаешь, что такое выжимные подшипники? Ну как, железяки с дыркой. Так вот завтра утром поедешь за этими железяками в сельхозтехнику и привезешь их слесарям в ремастерские. Мне и самому в район надо. Лампу для телевизора купить, одеколону, шипор. Мирон Григорьевич, ты за пруд не беспокойся. Как-нибудь заполним. А ну-ка, покажи мне вон ту штукенцию. Кубок, что ли? Ну. Славная посудина. Эх, чистое серебро. Подворение хороша. Заверни. И мне это еще нужно. Как ее? Ли-266 ЖТ. Чего-чего? ЖТ. Лампа такая для звуков в телевизоре. Так бы и сказали. Нет таких. Вон тумбочку под телевизор купите. Он у меня с ногами. Пошел к зубному врачу, скоро буду. Ну и ну. Тоже шашлыки жарит. Эй, дядька, заведующий сказал, что сейчас вернется. А ты что, работаешь здесь? Нет. Машину жду. Чё-то я тебя не помню. С какого села? Я из Киева. А чё в наши края? Так, в отпуск. Был на практике в вашем районе. Понравилось. Невесту поди нашел? Или женат уже? Нет, пока еще холостой. Только институт закончил. Холостой? А куда ехать хочешь? А мне все равно. Лишь бы рыбалка была хорошая. Рыбалка? Вон у нас в селе самы. Пудовые. Где это? В Голубовке. Вчера я щуку поймал. Девчат тоже. Фигурное катание смотрел? Ну? Так у меня соседка Алисия, королева красоты. Может, лучше. Село на берегу реки? Остановишься у меня, из окон ловить будешь. А далеко до вашей Голубовки? Да нет, тут рядом. По речке рукой подать. Верст 30.
Хочешь пешком пройдись, рюкзак подвезу. Хочешь меня подожди, вечером вместе поедем. Ну ладно. Что ж, будем знакомиться. Дима. Павло Гнатович, Стричок. Опа. Ты там сынка моего не видал? В Киеве он инженером. Нет. Лопай, Кайко, лопай. Угощайтесь, Павло Гнатович. Благодарствую. Сырок. Колбаска. Так. Помидорчики. А это что такое? Перепелка? Курица. Это? Ну. Поживешь в Голубовке, узнаешь, что такое куры. Что это вы? Здорово нарезан. В самый раз на солнечное затемнение смотреть. Ну, будет вам, Павло Гнатович. Давайте-ка лучше выпьем за знакомство. Что это? Коньяк арабский. Друзья принесли на дорогу. Из самой Арабии? Из самой. Ты давай, я ж не пью. Я тоже не пью. Один тем более. Ну, тогда... Погоди. Может, она и не очень крепкая? 5 лет выдержки. 5 лет? Да за 5 лет она выдохлась вся. Как же тебя парень угораздил, а? Простите. Тормоза отказали? Или мост не выдержал? Ну, чего уставился? Идешь твоей дорогой, иди. Может, я тебе помочь хочу? Обойдемся без твоей помощи. Топай дальше. Я бы топал. До дороги не знаю, до Голубовки. Радиатор целый? Радиатор целый. Дорога вот. Село за лесом. Проваливай. Олеся. Из Голубовки. Ну? А ты откуда меня знаешь? Наслышан. Дай-ка сюда. Королева Шантеклера. Давай, марш! Сегодня у нас весело! Что, обогнать хотели, да? Кому там еще помидор? Не хотите, не надо. Смотрите, не как Стручковский рысак. Правда, и конь-то у него как с похмелья. Скорее к воде. Хозяин где? А у него конь благородных кровей, сам в географии разбирает. А ну подожди. Вот дает, а? Давай сюда. Ну, пошли. Дядька Павло. Дядька Павло. Эй, теперь его из пушки не разбудишь. Ты что там, а? Подшипники. Пьяные дело туго знает. Садись на мотоцикл, иду в мастерские. А ну, поехали. Давай. Адаркин жених снова причастился. А что у него, 7 по лавкам? Да хоть бы Адарки постыдился-то, жених. Он-то жених. Только она ему нужна, как 5-е колесо в телеге.
Стоп. Фух. Мамочки! Ты чего? А ты чего? Нас теперь в котел и 3 дня кипятить. На чертей похоже. Ничего, отмоемся. А во что же я переоденусь? Рюкзак-то мой у Стручка. Далеко он живет? Да нет, недалеко. Уже поздно. Ночевать-то все равно где-то надо. Ну, если все равно постелю тебе в сарай, я сама в хату пойду. А может, неудобно? Да ты что? Переночуешь у нас, а утром к Стручку пойдешь. Пошли. Леся, свет погаси. Спать пора. Леся, Леся, это я, Ваня, слышишь? Чего? Ты что, спишь? Да. Выходи на улицу, Леся. А зачем? Ну, погуляем. Неохота. А что, у тебя с голосом охрипло? Да. Неужели из-за машины обиделся? Не сердись, Леся. Завтра отремонтируем. Ночь какая. Выходи, Леся. Ладно, выйду. Привет. Ну, хорошо. Куда? Хорошо. Какая беседа была? Ладно, ничего, ладно. Ну, подожди. Ты у меня посмеешься. Олесенька, где там твой гость? Зови его, завтрак на столе. Угу. Дима. Дима! Радиатор наизнанку вывернула. И все, твоя невеста. Да ну тебя. А с неделю придется повозиться. С неделю? Здесь в 2 недели не управится. Какой черт рванул ее так? Вот дает, а? Идет. Ух ты, вырядилась. Здрасте. Привет. Здорово. Сейчас наладит. А ну-ка. Может, молоточек желаете, а? Тогда ключик. Ну, что ж, смотрите, сами в авариях не бывали. Вам ломать, нам чинить. Если вы не против, я могу ей помочь. Яблочко не желаете? Спасибо. Леся, минуточку. А ты, собственно, кто такой? А я тут проездом. Проезжий, значит, да? Угу. А ты тот самый, с которым я ночью беседовал? Ну-ну-ну, ты... А ну, хватит. Это мой знакомый. Здорово, Дима. Бывает же так. Инженер и мой квартирант. Ты где пропадал? Так вышло, Павел Геннадьевич. А я всю ночь ждал. Тоже мне родственничка нашел. А
я что говорил? Ты лучше скажи, куда подшипники дел? Второй день ни черта не делаем, а? А разве вчера не привез? Почему не привез? А где же они? Там. Ну что ты к этим подшипникам прицепился? Я тебе живого инженера привез. Знакомьтесь, наш председатель Дима. Лещенко. Очень приятно. Ну так что? Понимаешь, Мирон Григорьевич... Потерял. Да как сказать? Ну вот что. За прут и за пьянство ты ответишь. А подшипники хоть на дне моря ищи, но принеси. Они на дне и есть. Я сейчас принесу. Эй! Здорово. Ты куда? Дело есть. А может, вечером ушицы сварим, а? И по лампадочке опрокинем, а? Ну, я же сказал, больше я вам не компания. А когда отдашь должок за разбитое на речке? Ух ты, ренегат! Куда это он, а? А может, сазан пошел? Давай, быстрее. Чего он крутится на нашем месте? Будьте раз. Ну и ну. Фу. Что ж такое? Подшипнички. Отделано. Ну и как улов? Сеть пропала. Чистый капрон. Давай, жду. А говорили, сетями нельзя рыбу ловить. Вон, сколько ухи несут. Кто несет? В чем дело? Да вот, браконьер. Нет. Акт надо составить. Я подшипники искал. Да вот они, подшипники. С хвостами. Да погоди ты. Дождался, стручок. Ну что ж, судить будем. Здравствуйте, хлопцы. Здравствуйте. Добрый вечер. А что же ты, Олеськи, моей с вами не видать? А? А мы ее уже отпустили и сами тоже идем. В кино сегодня по телевизору интересное. Какое кино? По роману Льва Толстого «Воскресенье». Целых две серии. Ну? Ага. Хорошая картина. Подсудимый, я вас последний раз спрашиваю. Вы подтверждаете, что искали в речке подшипники? Подтверждаю. Значит, рыбу из сети вы не вытаскивали? Почему вытаскивал? 6 штук. Ну вот, таким образом вы сами признаете, что занимались браконьерством. Нет, не признаю. Подшипники искал. Ну хорошо. А правда, что вы часто бываете в нетрезвом состоянии?
правда. Но, граждане судьи, причиной этому является моя любовь к Кадарке, которая не отвечает мне взаимностью. Вот он и я! В кандалах! Павло! Павло! Павел! Павло! Да. Добрый день. Здравствуй, Адарка. Здравствуй, Тодоска. Ну что, щедро ты Павла угостила? А мне для него ничего не жалко. Такие рамы мне сделал. Еще крышу ремонтировать будет. Ты уж извини, не до этого ему сейчас. Ты ему лучше с прудом помоги. А я что? Я с Павлом хоть куды. И хоть в лес, хоть на пруды. Да, ловкая ты у нас баба. Адарка, помоги мне на брюках складку сделать. Замучил ты. Ну, иди. Иди. А то я помогу. Не интригуй. Что-то у тебя так одеколоном пахнет. Флакон разбил. А это что? А это вещички одного хлопца. Намокли. Какого хлопца? Из района подвез. Дождя вчера не было. А он из Киева приехал. Там ливень был. Ну, где ж твой хлопец? В том-то и дело. Вчера не пришел ночевать. Я полез в брюки. Подожди. Ну, думаю. У нас там какой-то в сарае ночевал. Дима. Он. Он. Читай, читай. Зачем? Как зачем? Тут все написано, сразу поймешь. Я уже прочитал, теперь тебе надо. Читай. Вот, студенческий билет, паспорт, направление. Ну и что ж тут понимать? Как что? Инженер. Бездетный. Не женатый. Ну и что? Эй. Смотри, направление. Лещенко Дмитрий Степанович закончил факультет механизации сельского хозяйства. Направляется. А мне Сереза говорил на рыбалку в отпуск. А ведь он к нам приехал, в Голубовку, на должность инженер-механик колхозу. Вот и выходит колхозный инженер, Олеся жених, а нам в ЗАГС. Как ты быстро все за всех решил? А что, опять не то? А это кто ж такой? Молодой специалист, инженер. Созов начинай. Олеся, дай торцовый на 17. Сейчас принесу. Шутники. Ваня! Ванюша! Ты что, не слышишь? Чего тебе? Дай, пожалуйста, ключ на 17. Сонный, не выспался? Я-то выспался. А вот как там некоторым спалось. В сарае. Держи. А вот за такие слова теперь и по воскресеньям будешь свободным. И чтоб я тебя возле своей хаты больше не видела. Иду я шукаты, папа рутит вид, а мне до тебя. Ой, гляди, бабы, Павло едет. Он точность. По нему хоть часы проверяй. Такой мужик, не жены пропадает, а бабонь. А ты за стручка не волнуйся, за него любая пойдет. А я не волнуюсь, он же не поддается моим чарам. Пойдем. Пошли, бабы. Налетайте, невесты, налетайте, сороки. Давай, минеральное, давай, с сиропом. Не задерживайте долго. Мне еще 6-ю бригаду поить. Тодоску облей. Чтоб пошли. Ну,
чего он ко мне не пришел? Я не знаю, Стручок говорит, скрывает он это. На рыбалку, мол, приехал, понимаешь? А при чем тут рыбалка? Стручок говорит, что это он уговорил его к нам в колхоз приехать. Подожди, подожди. Как это уговорил, когда у него направление к нам? Не знаю. Стручок говорит, что он... А, Стручок, Стручок, тоже мне мудрец. Ты вот что, пригласи его сегодня на ужин, а я забегу будто случайно. И сам все узнаю. Только, чтобы никого постороннего не было. Ты понимаешь, я сама документы возьму. Все прихорашиваешься. А за тебя там ребята работу делают. Пускай они практику проходят, а я теорию учу. Ну так что? Может, поужинать его пригласишь? Кого? Кого? Сама знаешь. Ну давай, сбегай за инженером. С ним Мирон Григорьевич поговорить хочет. Ну иди, иди. Ну, что тебе говорят? Балда, я же говорил. Павел Игнатьевич, добрый вечер. Заходи, заходи. Игра интересная идет. Судья свой погано. А кто играет? А черт их знает. Садись. Я сейчас. Я сейчас. А чего звука нет? Да лампа перегорела. А ты знаешь, я и без звука приспособился. Ноги, ноги, ноги. О, какой сервис. Кофейный. По телевизору видел. Сам сделал. Красота. А ты думал, я и последние известия уже без звука понимаю. Если диктор широко рот раскрывает, улыбается, знай, положение хорошее. Ты ешь, ешь. Ты извини, я не пью, в моей хате водки не водится. А может, сбегать? Не, не надо. А то ведь скажешь, что я гостя плохо встречаю. Ну что вы. Я тебе не досказал. Если диктор галстук теребит, а губы в трубочку складает, ну, значит, международная обстановочка, понимая, не то, не сё. Слыхал я, что ты, Олесь, в сарае квартиру снял. Брехня. Ах, вот как? Значит, уже у меня становишься? Это хорошо. Ты... На цыпленка нажимай. Шматуй его, и все. Леся, вот тебе донесение от Ивана. И чтоб ответ был. Олеся, приходи в клуб сегодня. Мне надоело мучиться. Жду ответ, Ваня. Передай, что мне сегодня некогда. Ага, а сама к инженеру пошла. Эй, тут есть кто живой? Заходи. Заходи, Павел. Добрый вечер. Добрый. Ты что? Да так зашел. Тоска заела. Нравится? Что это? Подарок тебе. Зачем? К дню рождения. Я зимой родилась. Эй, зимой я, может, в тюрьму сяду. О. Слыхала? Председатель сказал... Судить меня будут. Не болтай. Точно? На поруки возьмешь? Да ну перестань, не до шуток мне сейчас. Видишь, вон гостей жду. А я не гость. А я не гоню тебя. Кого ждешь? Мирон, что ли? И его. Тогда извиняйте, Адарка Ивановна. Хай ему счастливиться. Ты что, Павел? Все. Павло! Все. Здорово. Привет. А где же твоя, а? Павел Игнатьевич, че это на тебя председатель взъелся? Пруд, браконьерство. Я слышал, собрание будет. Болтовня. Эх, люди. Ну, за квартиру ты не беспокойся. Пока у нас поживете. А осенью хату получите. Одежда. Купается кто-то, а? Поздно уже.
Эй, есть тут кто? Эй, отзовись! Смотри. Это ж Семенютина рубашка. Дядька Фома! Дядька Фома! Это не может быть. Дядька Фома! Ой, господи, да у них же по пьянке все может быть. Это же его одежда. Семенюта! Семенюта! Ну, будь здоров. Дядька Павло! Фома утонул в плёсе! Да ты что? Я к председателю, а вы людей скликайте. Ваня! Дядя Фома утонул! Слышишь? Вань! Что тебе? Только одежда и осталась, вот. А? Ой. Это мне. А это тоже мне. Это тебе. О, подожди. О, это тоже тебе. Да что же ты? А ты что, забыл, как я тебе в прошлый раз лишнего карася дал, а? Фома Семенюта утоп. Где утопил? Там. Что случилось? Где горит-то? А сказали, что ты утоп. Кто утоп? Павло, что с тобою? Павло Гнатович, что ж ты делаешь-то, а? Сколько же можно село баламутить? Да он же еле на ногах стоит. Набрался до чертиков. А все водка. Водка виновата. Ну да. Сколько ж терпеть? Фома, а сказали, что ты утоп? Ха-ха-ха. Утром у черной клинички. Ага. Приходи на уху. Фома! А кто утоп-то? Товарищи, правление колхоза просит обсудить поведение Павла Гнатовича Стручка. Все вы знаете историю с прудом. Ну, вот теперь составлен акт о браконьерстве. Правильно, с этим давно надо покончить. А ты молчи, сам на это водок наелся. Ты что, это же нашу сеть вытянул Павло. А ты помалкивай. А, то есть как? Побойся Бога. Снимай вопрос, Адарка. Это наша сеть. Мы вместе ловили рыбу. На закуску. Тихо, тихо! А сам говорил, он тебя шашлычками кормит. А шашлыки эти из каких барашков? Не из колхозных ли, а? Молчишь? Правильно! Ревизию себе нужно устроить! Да! А то непонятно, на что эта компания пьянствует! О кладовщике Семенюте мы уже поставили вопрос направления. О, а я тут при чем? Стручка за пьянку обсуждает, а мне, видите ли, ревизию. Мы-то знаем, что ты выгораживаешь. Не болтай. Павло свое получит. И за водку, и за все, к чему она привозит. Тоже мне нашла пьяницу. Ты ставь вопрос о других. Так давайте, говорите и о других. Ну а что говорить? Вот мой капли в рот не брал. А как с Павлом сарай поставили... Так его с тех пор окаянного к водке, как вора к чужому добру тянет. А при чем здесь Павло? Ну и я его угощала. А что же в этом такого? Дед Максим,
А разве вы с ним не обмывали свою новую печь? Не печь Павел поставил, а памятник. Или вон Левкоев Графович, пусть тоже скажет. Перестань, Тодоска. Не надо меня позорить. Погоди, Павло. А ты правильный вопрос затронула, Тодоска. Пора уже о Магарычах поговорить. Теодарко Магарыч не трогай. Он с хорошей закуской великая сила. А тут не до шуток, дед Максим. Или нам про горилку говорить нечего? Сегодня пруд спустили, а завтра что? Село спалим. Да стричок не спалит. Его с пьяных глаз всегда к воде тянет. Я так скажу. Дышать нечем от этой проклятой горилки. Такая она сгорит синим пламенем вместе с чайной. Так, бабоньки? А может, нам пора ее в корчму переименовать? А магазин тогда во что переиначивать? Если на чистоту, то Мотря из продмага забегаловку устроила. Правильно, гнать Мотрю в шею пора. Нет такого закона, чтобы гнать. А дома торговать водкой есть такой закон? Ишь, какая! А ты куда смотришь, если твой муж за ней по ночам рыщет? А ты этими пользуешься? Чем это я пользуюсь, а? Чем это я пользуюсь? Ну, хорошо, хорошо. Вот теперь кто бы ко мне ночью не пришел за водкой, я его так огрею, а ты чего ухмыляешься? Что он у меня всю жизнь на аптеку работать будет? Да. Так что же мы протокол запишем, а? От правды ладонь не заслонишься. Никто мне в рот водку силой не наливал. Выпивши бываю. Все от нее, проклятый. И пруд моя вина. Так что простите меня, люди добрые. Так мы понимаем. Ну с кем не бываем. Ты же не на пожарном посту. Не поминайте лихом. Павло Гнатович. Павло Гнатович. Павло. Так вот, что я вам скажу, товарищи. Пусть теперь все пьяницы запомнят. Поблажек не будет. Не позволим, чтобы их жены с детьми мучились, а управу на них мы и сами найдем. Полинних бульварів май, мов кохання пора. Обнімай, 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 кличуть далі Дніпра, кличуть далі Дніпра. Хай для когось Париж краса, а чи спів солов'я в мого серця свої небеса. Песня моя. Ну что, отец, значит, на совсем. На совсем. Село! Оно есть село. Вот и хорошо. Ты уж меня извини. Я отпросился с работы. Вот тебе ключ. Поезжай домой. Адрес помнишь? Найду. Не маленький. Ну извини, а я как освобожусь, тут же приду. Угу. Ручні брови встає в розі, слава глава сія, і колише любов на Русі, Київ пісня моя.
хочешь любовь знайти, не борись приезды, привернуть по Днепрові мости, до кохання завжди, до кохання завжди. Хай для когось Париж краса, наче спів солов'я. Беспокойный клиент. Щекотный. Вот бы Адарка меня увидала. Что вы? Я говорю, вот бы на селе меня увидали таким красавцем. Я думаю. Не надо. От этого одеколона меня тошнит. Что налить, Геннад, свали? Коньяк, вину? Мне что-нибудь фруктовое. Тут все фруктовое. Перцовое, рябиновое, лычевое, вишневое, абхазский букет. Во всем Киеве такого не найдешь. Да нет, просто воды. Воды попить. Воду не держим. Водочку, пожалуйста. А. Вот хорошо. Ну-ка, милок, налей-ка мне кружечку. Гражданин, пройдите, пожалуйста. Есть. Ну и ну. Вам кого? Никого. Черт ее разберет. Сюда, что ли? Бытового обслуживания. Получили ваш заказ. Помыть окна и натереть полы. Хозяин дома нет, а я гость. Вы же вызывали нас. Не знаю. Сынок придет, разберется. Ну, как знаете. Пошли, Гарри. И что? Я говорю, нет. Вот сервис. Я и сам убрать могу. За даром. А это кто ж такая? Артистка, что ли? С детем.
Уж не дед ли я? Вроде похож. Ха, ну, Богдан. Вот стереец. А ничего не сказал. Слушаю. Ошиблись. Такие тут не живут. Все. Калинка. Здрасте. Вот и в милиции побывал. Ну что ж ты, отец, разобраться не мог? Квартира-то чужая. У вас все двери, как две горошины, друг на друга похожи. Вот и перепутал. Здрасте. Здрасте. Все это хорошо, Богдан. А кто тут знает, что ты инженер? Ну как так? А так, будь ты хоть министром, им все равно. Ну, конечно, все равно. А выйдешь на улицу у нас в Голубовке, все будут знать, что идет инженер Богдан Стричок. Вот меня тут никто не узнает. Был бы я хоть с орденами на груди, никому до меня и дела нет. Ну и что? Неинтересно это. Вот если мне... Поговори, с кем захочется, а ты в отъезде. Что делать? У тебя соседи кто? Это ж тебе не Голубовка. Тут всю жизнь можно прожить и не знать, кто за стеной живет, кто этажом выше. М? Почему так? Ну, город. Плохо это. Как есть. Вот салатик, лимончик. Угу. Осетринка копченая. Спасибо. Пожалуйста. Садись. Устал, небось? Садись, покушаешь с нами. Нет, на работе нам не положено. Простите, а коньяк? Сейчас принесу. Не надо. Понимаешь? Не хочу я пить. Ну как же отец, за встречу и не выпить? Просто ни капли не хочу. Не могу. Что, может, не здоровится? Да нет. На душе тяжко. Что с тобой, батя? Да ничего. Фома. Только вот что, Мирон Григорьевич. Да? Мне квартира нужна. Женюсь я. Сделаем. Здрасте. А, Павел Игнатьевич! Чего раздымился? Желаем. Асфальтируем. А это чтоб ты ночью шел и не спотыкался. А ты зачем здесь? Открытый огонь. При технике безопасности.
А чего ты, голубушка, так обрадовалась, а? Здравствуй, Павло. Здрасте. Павло Гнатович. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Спасибо. Уже нагостевался? Да как сказать? Хаты сиротой осталось. Школа, Ирина. Кстати, на втором этаже слева был наш класс. А наш напротив. А там что будет? Спортплощадка. Волейбол, баскетбол. У, а вон Дима. Ну вот, порядок. Все устроилось. О, ну поздравляю. И я. Дорожку проложить через огород, чтоб я могла до Кумы Марты ходить. Не положено, бабуся. Ну как так не положено? Негодники, а? Своих яблок вам мало. Вон! Вот я вам задам. Ах, какие, а? О, и до погреба добрались, а? Ну, ничего, ничего. Приедет Павло, он вам сыпет. Открой! Не шути! Наш Шурик из армии вернулся. Он Павла 3 года не видел. А у нас сегодня Назар именинники, отстаньте. А наш Ширко сержант, он больше имеет права. Да у нас уже водка на столе ждет. Тоже мне хозяин. Ты меня не сни, мальчишка. Я кому говорю, откройте. Ты еще пешком под стол ходил, когда моя Евдоха Павла на руках янчила. Да. Если на то пошло, то Павло ее сестры троюродный племянник. Кровь наша. Нет, он к нам пойдет. Павло, скажи, ты кому на чарку пойдешь, к ним или к нам? Доброе утро, дядька Павло. Здравствуйте. Здравствуй, Павло. Доброго здоровья, девчат. Павло Гнатович, зашел бы как-нибудь. Крыша у меня прохудилась. Ладно, Дарья Ивановна, у Жотку зайдем.